Всем привет, ребята. Так, если что, не теряйте меня. Я буду не на связи. У нас быстрая вылазка в зону СВО. По-быстрому. Если честно, вот уже подъезжаем к пропускному, но должны были с утра все успеть. Но, блин, у нас в Воронежской области как завалило снегом. Там снегопад просто невероятный. Даже вот пришлось ехать не на рабочей машине, по-быстрому, что она единственная, которая переобута на зимнюю резину. Ну, вообще там трассу засыпало. Сейчас вот уже подъезжаем к пропускному. Здесь дождик нормально. Короче, не теряйте меня, ребят. У нас быстрая вылазка. Я репортаж снимать никакой не буду, потому как мы не делали сборы, не делали гуманитарку, не собирали. Просто, тут очень хорошие, добрые люди хотят помочь нашим воинам. Мы как посредники помогаем по-быстренькому смотаться. Еще одну машину ребят попросили с собой поехать. Или с нами поехали. Мы быстренько смотаемся, задачу выполним и вернемся. Поэтому, если что, не теряйте. Я буду вообще не на связи. Это я стопудово знаю, что я вообще на связи не буду. Может быть, там что-то где-то доберусь до какого-то Wi-Fi, там разберемся. Вот. Поэтому, если что, я в зоне СВО.